Всем доброе утро. Сейчас у нас торжественный момент. Заводим машину. Ну и заодно узнаем температуру воздуха на улице. С утреца на 8.20 12 градусов. От себя скажу, что дует такой ветерок. Не очень приятный, но не очень сильный. Но сейчас на море. Никогда еще не начинал утренний обзор с улицы Ушакова. Гулять здесь гулял, а на Ушакова не заходил. Вот. Свершилось, как говорится. Тут весело, собачки лают. На улице ни души, ну, сегодня, сами понимаете, воскресенье. Все хотят выспаться. Даже я проснулся сегодня попозже, хотя в последнее время грешу. Сплю подольше, чем обычно. Сегодня вот в 8 уже проснулся. Наглею, наглею. Бананы, глицинии. Хочется сделать здесь что-нибудь красивое. Все-таки проход к морю. Ну, не мое же, что мне это делать. Знакомые места. Моли здесь фотографируется. Блин, как всегда, вот тут вот в этом месте всегда не очень чисто. Ну и ладно, зато море хорошее. Хотя не ладно. Вчера у нас здесь был вечерний эфир. Ходили в этих краях. А сегодня утренний. Пойдемте к морю, подойдем. И купающиеся есть. И традиционно замечаю, что как правило купаются женщины, а мужчины всегда сидят на берегу, контролируют этот процесс. Ну, чтобы мало ли что, всегда помочь. Такие вот мы ответственные. Водичка чистая. Пена белая-белая, смотрите какая. В общем, красота. Да и только. Ну, только, правда, нет. Солнце, правда, сегодня не такое выдающееся, скажем так, не так явно пробивает. Через тучки и облака есть у нас, вон оно где-то там спряталось. Но в целом на берегу ветра практически нет, такой дует немножечко. Нет, все-таки есть. Но только сказал, что нет, и сразу начал на меня дуть малость. Все хорошо, но выходить, наверное, из воды не очень приятно. На Гренаде рыбаки. Рядом с Гренадой саперы. 1002 серебра. Но что-то их в этом году мало. Но, может быть, и штормов-то еще таких сильных не было. Когда был, я отсутствовал в Ладожском. В общем, всем доброе утро. Привет из Ладожского. Купаются. Но все меньше.